Найджел. Я сейчас сделаю шеры, но... Ну давай, я тоже сделаю. Комменты можем смотреть, если кто-то захочет написать коммент, там будет видно на экране. Mm-hmm. Я подключу сейчас этот PlayStation App, и можно видеть комменты сразу здесь, отвечать на них, чтобы потом не открыть лаптоп там или... Есть опция, чтобы они были видны на экране, но разрешение будет меньше, и нет смысла, если можно так подключить. Нет, такое нам не нужно. We don't roll that way. У тебя мышка подключается к PS-ке? Можно так делать? Не сделали ни такую опцию? Но есть, что можно подключить мышь и клавиатуру там для какого-то Call of Duty. Все. You're connected. Нет, подожди, я сделал. На Call of Duty можно играть мышкой и клавой? Да. Офигеть. Да, не вижу смысла, но... Окей. Let's roll. English. Yes. Okay. А мне по дефолту все нормально. Apply, все это ничего. Но у тебя темное слишком все. Нет, у меня все правильно. Это у тебя слишком, всегда слишком brightly. Я люблю жить в светлом мире. Видите все полигоны. А? Нет, спасибо. Скажи, если что, открыть окно там. Если слишком жарко будет. Или сейчас открыть или как? Да, я нормально. Так что, уже стримится? Yep. О, отлично. Значит, первый стрим. Значит, это увидят люди. Yeah, you're losing your stream virginity. Да. Именно так я себе это и представлял. Я думал, что я буду делать стримы по саунд-дизайну, по чему-то более благородному. Видишь, как ты упал? Ну... Игры, да. Это единственный мой шанс увидеть Metal Gear в основном. А, нет, подожди, он на PC выходит, да? Вот у нас первый вьюер, видишь. Ага. Ага. Это кажется я. Надо понимать статистику. Уа-уа-уа. Нет. Server problems. Конечно, server problems. Почему server problems? Ну потому что думаю, слишком много людей. А, первый день, да. Next. Что, они что же продают, что здесь вообще? Next. Смотри, какой бред. Молодой контент, отлично. Вот будет весело, если мы не это самое, не поиграем. Поиграем. Подожди, на PC тоже релиз? Или он через на неделю? На PC и на Xbox. Сегодня... Через неделю будет... Кажется, через неделю должен быть на PC. Нет, через месяц будет релиз мульти... А, нет, через месяц будет релиз мультиплеера на консолях, и через там полгода будет релиз мультиплеера на PC. А релиз игры тот же на все. Да? И на Xbox 360. А на Xbox, я видел, уже даже раньше вышел. Да, на неделю. Да, но все жалуются, что там графика фиговая, не знаю. Вау. Ну, вот это чем сказать. Ну же, покажи мне Париж. Париж? Ну да, я мечтаю видеть Париж. Там будет Париж? I'm sorry to disappoint you. It's not Bioshock. Блин. Ну я по скриншотам видел, там Парижская пустыня вроде бы была. Парижская пустыня? Да. Знаменитая Парижская пустыня. Так, это и да, уже тут жарко. Помрём. Я могу смотреть на это вечно. Здесь уже люди линк просят на стрим.
Ну, как люди. Рыжие люди. Сложно назвать людьми. They have no soul. Сделай ее вообще на... Тогда, да, но сейчас тебя надо найти. У меня в друзьях есть вроде. Вроде, да. Вроде бы, да. Yay! This work. Fiction. А я думал, не фикшн, знаешь. А вроде по реальным событиям. Solid Snake, там, клоны. Ну да. Меня сейчас уже ведет человек, у меня протезы же. Без рук, у него уже запал протезы, он бегает, разбирает. Нет. Это тоже фикшн. My world is a lie. Так. Шарим Линкс, шарим Линкс. Румейниан философа. Эмиль Чаран. Да? Yep. А что он сказал? Что-то философское. Так подожди, а ты на Games of Moldova зашарил или где? Да. И у меня на профиле тоже есть. Нет, берешь. Берешь, нету. Подожди. Ага, вот, все, есть. Я поделился этой публикацией. Отлично. Ура. We're getting more popular by the second. Плейлист номер один. Мне кажется, такой же Walkman был. The man who sold the world. Но они содрали идею с как его, супергероя Галактики, или как это называли? Помнишь, у меня это тоже... Это версия Нирвана, The man who sold the world. Оригинал, кажется, этого... Как его? Я забыл. Да, мне тоже вылетело из головы, сейчас вспомню. Есть у нас один такой, который... Ну, он нас, может двигать. Который пережил 10 пластических операций. Японский Курт Кобейн, мне кажется. Нет, не понимаю. Японцы вообще любят делать кавера на все. Они даже на наш молдавский Нума Ей делали. Кошмар. И корейцы сделали. И вьетнамцы. Вьетнамцы. Я думаю, Молдова движется не в том направлении. Не на Запад надо делать музыку, а на Японию, Японию и Китай. Там нас больше понимают. Да, да, кстати. Надо просто пару кабайных голосов записать с рябку сэмпл, и все будет хорошо. Так, окей. Кажется, ты на приеме у врача по зрению. Тебе сейчас должны определить минус. У тебя, видимо, минус просто гигантский. Ты Ground Zeroes прошел? Ground Zeroes? Нет. Я как услышал, что там на 2 часа геймплея, не хотел себя даже дразнить. Но сейчас, наверное, пройду Ground Zeroes и пойду дальше. Так, сейчас у нас будет один человек, который будет нас смотреть. Точно. Ну, нас уже трое смотрят. Нас уже трое. Ого, привет, 3 человека. И надеюсь, у нас будет больше. Возьмите что-нибудь поесть себе. Это будет надолго. See nurses, a guy. 2 nurses and a guy. That's a good opening. Да, пока неплохо. А ты ничем шевелить больше не можешь, кроме головы? No. Нет. Только головой. Не, ну. А что там слева делает? Может быть, теперь смотрю. Нет, там ничего не шевелится, видишь? Нет, вообще ничего не шевелится. Тогда все плохо. Да, по-моему, это обычно плохо. Hi, bitch. Тебе к сэмпу. Надо субтитры выбить. Что, нет субтитров? Попробуй. Такую песню испортила. Не-не-не, резюм.
Да, но субтитлов нету. Ну, видимо, потом будет сейчас. Ну, когда геймплей будет, там обычно позволяет уже настройки копаться. V has come to. Okay. Options. Sound. Audio guidance on. What? No. Game settings. Chicken head. Кажется, ты в аудио? Да. Display. Subtitle. Foreign only. Нет. On. Okay. Chicken head. Jesus. Чего? Ты что, не видел? Смотри. Game settings. Chicken head off. So I can put... See whether you can use this chicken head. If you use, the chicken head, enemies will not detect, even if you enter their field of vision. Такой чит. А, это они чит прям в игру устраивают. Могли бы там ввести. Я нуб, да. Я нуб, я знаю этого. Ну, знаешь, есть некоторые люди, которые только так и могут пройти игру. With a chicken head. Надо было нам поставить сразу чикен хэт, а то... Ну или когда ты очень пьяный, решил поиграть и все равно получить удовольствие от игры, знаешь. Who is man? Интересно, мой хруст хорошо слышен в камеру? Думаю, достаточно. Да. Туда я не буду хрустеть в камеру. Я буду делать периодически. Так, это проверка, что ты не робот. Это любимая моя часть в любых играх. Кажется, это какой-то русский, нацистский. Это типа итальянец. Ты итальянец? Enter your name. Okay, my name. Snake? No. No. Yes. Birthday. А год тоже надо выбирать, не? Probably not. Зачем это? Now you know all the information about it. Please try to relax. There is place to stand up. I need to tell you something. Please listen and try not to panic. You've been in a coma for quite some time. Yes, yes, I know. You would like to know how long. I'm afraid it's been 9 years. Damn it! Nosokoma! 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 Nurse! Calm down. Calm down. Try not to panic. With Semi. Try not to panic. Его сделали по моделью итальянского хирурга, который делает транспланты, который хотел делать трансплант головы, если помнишь. А, так он еще и хочет делать сейчас. Там же вроде бы парень один, ну, попросил, чтобы мы сделали. Ну, я помню, что они готовились, но я не знаю, если он сделает. Ага, то есть он будет принимать какую-то ключевую роль в игре.
Ну да, но этот подал в суд за то, что он... А? Да, похоже на оригинал. О, камон. Это как Линдси Лохан прям. GTA. Don't worry. You've lost some strength, but we've been maintaining your muscle mass through massages, CPM therapy, and EMS. Now, I need to explain something, but you must be alive. Давайте, хочу увидеть, почему десятку дали этой игре. 9 years ago, you were injured in an explosion. Upon examination, потому что эту игру ждали очень долго. Там как минимум 2 балла накидывали. In addition to shrapnel, we also found fragments of human bone and human teeth. Most of it was removed, but some of the fragments still remain. They are located near your heart. Okay. Okay. Look at this. The fragments are lodged deep within your cerebral cortex. We couldn't give you an MRI, the metal is. But even if we were to extract it, you would most likely suffer a brain. Ну, я думаю, что это глючит, что у него рок, или у него реально рок будет торчать из головы. Really? Like a bone of some kind, some kind of metal. Хорошо. Некоторым девушкам это нравится. Я уверен. It's best to see with your own eyes. Be brave. Oops. No, Sakoma, Grigor. Try to calm down. Calm down. Calm down. It's gonna be okay. Как будто какая-то девчонка, а не суперсолдат. Да реально. С ним уже столько всего происходило, что, мне кажется, ему это было абсолютно пофиг. Последний Metal Gear я прошел, когда еще был PS1. Последний Metal Gear! Но он шикарный был. Да. Причем проходил его раза, наверное, 3. А ты в курсе, что это не тот же самый Snake, да? В смысле? Это Solid Snake, тот из Metal Gear, а тот клон. А этот оригинал суперсолдат из 70-х, сейчас вообще 80-х. Да? Да. А тот, за кого я играл в да, на PS? Да, это его будущее. Это его два клона. Solid и Liquid Snake. Помнишь, ты со своим братом играл за время? Это второй клон. А, хотя двое чуваки, это клон этого суперсолдата американца. Он сейчас уже не американец, конечно. Он начал из американца появиться. Короче, здесь очень сложная история. А с тем Снейком было еще какие-то? Нет, ну типа сейчас малый. Что, чем можно кастомизировать своего Снейка? Да, еще пару металлических штук ему выгнать. Да ну нафиг! Серьезно? Так и оставляй. Basic мне кажется, face это shape, будет... okay. Hairstyle. Это будет долго. Сейчас быстренько делаем что-то. Ну он так на тебя похож уже. Да? Да. Ну как бы вот так. Вот, ну... Так, а hair где? Вот так. Что это за hair? Что за бред? Как можно кастомизировать Снейка? Это же Снейк. Не знаю, не, я думаю, это для мультиплеера. А, наверное. Brow, eyes. Вот мне всегда себя легко было кастомизировать в играх.
поставил волосы. Убрал волосы, поставил бороду и все. А здесь можно поставить гетерохромию, видишь, right eye color, left eye color. Ничего себе. Шикарно вообще. Правда? Зачем, правда? Так поставим. Nose, cheeks, mouth, jawline, skin color, feature. The Batman. Шикарно. А можно кошечку? Кошечку нельзя. Это точно. Такого брутального дэс-металюгу. Да-да-да. Из Mushroom Head от вокалиста. Не, не надо никаких татуировок. Зачем? Зачем гребить свой организм? На самом деле. Что бабушка скажет? Oh my God, слушай, ты, а? Чё? То есть, у тебя реально такая, такой лицо в игру? Капец. Пошёл в Call Me Snake называется. Your face has healed nicely. To tell you the truth, these bandages were more for your protection. Ну, усы надо было ставить. From those who want you dead. As of today, your name is Ahab. Прикинь, ты просыпаешься ещё и не Снейком, ещё и Ахабом. Значит, что, в игре ты не Снейком играешь? Странно. Может быть, не Снейком. Но как-то нет. Не может быть. Это же Metal Gear Solid. Можно требовать свои деньги обратно. Да. Спокойно. This is you. As you've lived until this day. Tomorrow it becomes a phantom. Не, походу, блин. Может, ты просто сумасшедший, который представляет себя Снейком? Он слишком долго играл в Metal Gear. Тебя это ты шевелишь? Да, я шевелю. Ну непонятно как туда. Мне кажется, ты еще пока ничего не можешь делать. Может, не умеет. Вроде не смотрю. Давай. А, это та чувиха. Quiet. Та снайперша. А-а-а. Которая в трусах. Вроде да. Эп. Вы сейчас она жарится, не сможете тебя убить. Или у них просто одна модель женского. Даже знаешь, они везде ее пикают. Ну что, удачная модель, больше, ничего, больше не надо, да. Может, ты что-то должен буду делать? Нет. Это классная музыка из трейлера. Что, нет, не будет музыки. Ага. Умный. Умный стал я же. Нет, знаешь, кажется, это не она. Нет, но это точно она. Терминатор какой-то. Ну, здесь у многих, знаешь, людей суперспособности. Обычно боссы, знаешь, все это. То есть это 80-й год, альтернативная реальность, да, какая-то, да? Нет, ну как альтернативная? Те же страны и так далее. Ну понятно, да. Только у них
пытаться. Okay, I have time to go. What happened to the woman? The woman? We gave her a light. She took the short route. Who are you? Who gave her a light? Мне было 9 лет, чтобы его убить. Эш, трупа. Чувака, лежащего в коме. Нет. Ну, так неинтересно. Давай, адреналин. Дай го. Ну все, сейчас ты будешь ползать. Поздравляю. Like a snake. Все, что ты будешь делать в этой игре, большую часть времени ты будешь ползать. Как качественно все сделал. Да. I'm bad at this game. Ты все будешь вот так вот ронять. Слушай, а ну попробуй забраться на... Да, опрокинем все в этой комнате. Нет, не Ты хочу. Не можешь? Нет, только вперед. Ага. Эх, скрипт. Черт. Так, настало время начес. Suffer. Думаю, наша публика соскучилась. Let's go to the nurse's station. Ну, еще бы, это очевидно. 9 лет чувак лежал в коме. It's about... Hell, it's about time. Настало время для сестер. А может быть, что этот Ишмаэл какой-то его... Клон? Нет, какой-то из его солдатов, который на самом деле... Возле него стоял там много лет. Вот Ground Zeroes. Это получается предыстория к этому? Да. Она заканчивается большим взрывом. Я тебя не буду спойлить, сам там все увидишь. Окей. И вот после этого падает в ком. То есть Ground Zeroes это за 9 лет до... Yep. Это после Peace Walker, то, что на Peace Walker выходил. Про этого оригинального суперсолдата начинается третья часть Metal Gear 3, это самое начало. После этого, хронологично, идет Peace Walker, то, что игра на PSP. Потом, я видел он порт, кажется. Да, потом Ground Zero, и потом это. И уже там начинается эти игры про Solid Snake, где этот Big Boss, он, he's a villain. Да? Yep. Кажется, в одной игре ты даже убиваешь Биг Босса, да? Да, тех, которые на Nintendo выходили. Первые. Потому что до PlayStation вышли да? две игры на Nintendo. О, Psychomantis. Ну, как, да. Уже сам. Может быть и он. Потому что здесь вроде ребенок, а там уже... Ну да, он. Джойстики. Я долго не мог допереть, как его убить. Здесь сейчас презентация боссов будущего, знаете. Так и могу смотреть. Это глюки, да? Это явно глюки. Нет, навряд ли, кстати, глюки. А этот чувак очень похож на одного русского из третьей части. Его могут быть Walker? Из третьей, из Snake Eater. Metal Gear 3. Первый ты играл.
второй Sons of Liberty, где Рейден. Ты не играл. Нет. Третий, где первая часть про Пегабаса. Нет, потом Peace Walker. И потом четвертая часть, где старый Solid Snake. Mm-hmm. И это пятая. Ну все, я понял. Про Solid Snake те старые, что на Nintendo. Первая часть, вторая, четвертая и все. На Nintendo, который очень старый. Очень-очень старый, пиксельный. Там они не называются Metal Gear Solid, это просто Metal Gear. Mm-hmm. Это первый стелс экшен вообще. Да, там непонятно что. Ну, там было такое понятие, как стелс. Mm-hmm. Потому что до этого в играх не было такого. А, знаешь, странно, что этот чувак Снейку не помогает. Может быть, даже он не настоящий. Было бы логично, чтобы он этому помог, нет? Я не думаю, это же японцы. Не пытайся найти полностью логичное, логическое объяснение всему, что здесь происходит. Но вполне возможно, что это на самом деле паранойя у него из-за травмы в голове. Ишмаэль. Вообще крутой. Вспотевший. Мокрый Снейк. Да. Может, может быть лучше. Over there. Вот здесь будет босс-вертолет? Как в... как везде. Revengeance. Да мне кажется, в каждом втором шутере после, не знаю... Во второй стадии должен быть вертолет. Да, он обычно всегда босс-вертолет. Хороший босс. Даже в Рэмбо третьем был босс-вертолет. Я про фильм говорю. А ты ничего не можешь делать там, nope. Взаимодействовать, просто пока ты ходишь. Yep. Очень длинный интро. Get down. Как? Everybody get down. Okay, I got down. Not drop the bass. А теперь на счет три я хочу, чтобы вы встали. Вообще его карманы, может, там будут монеты какие-то. Да, да. Очень хорошо посмотрел. Отлично, да. Им плохо платят. Что, они не видят? Да они ж в противогазе. Ты пытался разглядеть что-то в противогазе? А здесь так же, как и в другом Metal Gear, когда ты заползаешь под какой-то шкаф или да, диван, да. То все от первого лица. От первого лица. О, отлично. Американец пишет, что хреново наш Twitch смотрит.
хреново наш Twitch. Сам он смотрит наш Twitch. Кто хреново смотрит наш Twitch? Ну, типа, наш... нет тысячи людей, которые... Нет тысячи людей. Сейчас появится. Надо опять конкурсы разыграть там. Будь именно каждому десятому по пакету семок. Отличный, типичный молдавский конкурс. Ну, я думаю, американцы тоже заинтересуются. У них нет семок, понимаешь? Это будет для них как политический продукт. Ну, я думаю, как у них есть такая очищенная. Ой-ой-ой. Yep. You can help. Вроде... Коробка картонная. Что, нужна коробка картонная? А, разыгрывать картонную коробку? А, да. Ну, можно и коробку. У меня, кстати, есть пару картонных. Из Metal Gear. А, из-под обуви, скорее всего. У меня есть пару штук. Ну, коты могут играть в Metal Gear. Каждый 50. Dash, давай. А, уже? Dash, мотофака, Dash. Быстро. Ага, вот как ты. Захочешь жить, не так раскаляешься, знаешь, как говорится. Голос у этого Ишмайля, как у Снейк. Похож. Или, может быть, тот же актер. Пока еще рано судить. А, находчивая, ребята. Текстуры очень такие. Да. Приятные. Четкие. Видно, что он, наверное, на Next Gen больше работал. Хотя мне все равно интересно будет посмотреть на 360-м. Насколько хуже будет. Не намного хуже. Говорят, кстати. Да, говорят, что оптимизировали неплохо. Я играл в Ground Zero на 360-м. И как? Приятно? Ну, окей. Да, ну то есть не то говно, как, скажем, Battlefield. Когда играешь и как будто играешь на Super Low. Самое ужасное впечатление от игры на 360-м получил, играя в Dragon Age и в Shadow of Mordor. Там текстуры подгружались еще, наверное, минуты две после того, как ты уже играешь. То есть ты видишь, с тобой разговаривает персонаж, и ты видишь, как у него появляются волосы, глаза, лицо. Это интересно, в принципе, было смотреть в каких-то состояниях, но обычно это расстраивало меня очень сильно. Так что надеюсь, мы вообще будем... не на четвертом PlayStation я Dragon Age очень расстроил. Да? Вообще как игра. Да. Ну да. Особенно после Ведьмака, я думаю, что им стоит пересмотреть очень многие вещи. Эй, don't touch the nurse. Ooh, that mess. Эту задницу я знаю, лезет повсюду. Это же ты его задец. О-оу. А чё они стояли? Они же видели, что всех мочат. Офигеть. Офигеть, это мясо. Видишь, ему всегда кажется, что Ишмаэля убивает, а его не убивает. Будто вылезает. Куда-то. Короче, походу это... Да, возможно. Это его глюк. Man, I'm not really comfortable looking at man's ass. Это твоя задница по факту, так что ничего страшного. Это нарциссизм. Кажется, пора ползти. Да. It's time. Блин, надо найти коробку, реально. Без коробки никак. Да, будет какой-то интеракшн, то есть там... Где он там? Ты шмейн. Вон, да. Опа-опа.
чё? А он типа проверил, по-моему. И стреляет-то чё? Блин, вообще непрофессионально себя ведут. А, они убивают пациента. Да, да. А, ну все нормально тогда. Беру свои слова назад. Все ребята. А здесь он кого стрелял? Он же здесь тоже стрелял. Покемон стрелял здесь. Может быть, ты под этой кроватью как раз. Mm-hmm. Чувака, которого стрелял. Прикольная грязь здесь. Да, да, да. Частица хорошая. Да мы поняли уже, это очень... Это все очень трагично, можете играть. Они, короче, хотят, чтобы мы просто возненавидели этих людей. Да. Я тоже готов их всех убить. For one reason. А может быть, это все пациенты были, я не знаю... Не очень хорошими людьми. Может быть. Может быть, среди них был Гитлер? Да, или сын Гитлера? Да, сын, да. Сын Гитлера, да. Или даже внук. Или, может, Solid Snake. Может быть. А прикольно было бы, если бы, знаешь, они очень любят скины делать для... Вот если ты прошел игру, они могут новый скин себе применить на персонажа. Вот скин Гитлера, почему они такой не сделали? Не знаю. Что-то неправильно. Что-то неправильно, да. Но было бы весело. Скин Гитлера, но с головы лошади. И что? Опять? Ну, что, ползти. Давай. Дэш. Давай, Рейнбоу дэш. Притвориться трупами, окей. Если ты move or done for, play dead. Freeze. Да не шевелись ты. Или не профессионалы, что они стреляют по трупам. Ну да, видно, что труп. То есть здесь двое чуваков просто лет. О, вот это ракетница. Now we're talking. Because why the fuck not? Сейчас только контрольный удар. Или как это называется? Выстрел. Ничто не может пойти не так. Ей. Ура! Все отлично. Почему ты дебил с ракетницей? Это будет контрольный. Всем. Окей, как залетишь, мэйл. То есть это Ишмаил на всех послал или что? Я его тоже не понял. Вроде там тоже. А сейчас он не хочет сделать контроль. Нет, это глюки. Хотя нет. Солдаты еще те. Ладно, солдаты, какие-то непонятные чуваки просто с глюками. И третий кто? Тачуиха?
Нет, мы солдаты и вот этот монстр с огнем и чуйка. Они третьи. Ну да. А вы типа мы это кто вы? Ну, это Снейк и Шмейл. А, это фракция, ты считаешь это фракцией? Пока ты... Как в этом анекдоте, три еврея уже партия. Да-да-да. Да, это явно не глюк. Ну какой-то киборг. Да, думаю, какая-то аномальная хрень. Там же были аномальные хрени, да, в да, да, просто да, какая-то куча. Странная, непонятная японская хрень. Все боссы, они как понимаем. Из Fantastic Four. Может быть, они решили кроссовер такой сделать. Конечно, тоже ветки у нас тебя у меня, а вот. Заходишь в туалет, набираешь ведро воды и ходишь с ним. И коробку. Это типа жизнь, окей. Serious injury. Что означает этот значок? А, это вот типа тачпад? Да, тачпад это. И тебе объясняют, видишь, тип serious injury. Вот еще зависит от того, где у тебя ранение. Угу. Да. Да, так как третья часть тоже так было. Эх, не играю. Вот в этих частей. А стоит но поиграть уже, вообще? Уже, или уже не актуально. Можешь попробовать. Есть вторая и третья часть есть на Xbox. И Peace Walker. Выпустили как HD Edition. Ну, может быть, может быть. Чисто ради сюжета поиграть, может быть. Тренируемся. Наконец-то. О, звук знакомый. Упс. Это один из самых узнаваемых звуков. Эй, как-то он без эмоций кричит. Да. Снейк! Чё ты плохим стал вдруг? Ну, вот, этот Биг Босс. Потому что он построил свое государство в Занзибаре, ну, это как Африка. Потому что он перестал верить в эти государства, правительства, как Советский Союз, Америка. Короче, решил построить свое казино с Блэк Джеком и Шлюками, да? Yep, something like that. И солдатами. And they were like a mercenary state. Но в этом я, знаешь, вопрос, был ли он злым или просто конфликт... Ну, конформистом таким. Или просто конфликт интересов. Let's stick our nose in each other's ass.
Тихо-тихо-тихо, сейчас опять будет тут звучать. Какая метки. Сейчас мне возможно взять пушку. Да? Ну блин, логично, я бы так и сделал. Давай. О, ништяк. Run. Кидай в него пистолетом и убегай. Ишмайла убили? Да. Why do I fucking care about this? Ну как, он как бы тебе подогнал пистолет, это тоже уже хорошо. Да. Вот здесь пишут, что насчет Гитлера не уверен, но Задорнов в игре есть. Угадает кого? А, типа пишут на твоем фейсбуке? Да. Пусть пишут в комменты на канал. Пиши в комменты на Twitch. Пиши. Пиши много. Пиши часто спам. Спам на Twitch. Что у тебя? У тебя батарея закончилась. Батарея села. Вот и перезарядил сюда. Может, у него не можешь стрелять? Reload. Я же сделал reload. А! Понимаешь, ты можешь стрелять? Попробуй просто стрельнуть. Стреляешь. Теперь пробуем их. Ага. Из кавера не буду. Почему? У меня нет аккаунта на Твиче. Так заведи. Пару минут, ну. Nice work. Nice. And the shame. Lame work. It's my mother, man. Какое бережное обращение с бандитом. И что у тебя теперь новая like machine gun? Yeah, something like. Бдыдыщ. А ты его можешь убить? Friendly fire, не? Не знаю, не пробовал еще. Так надо пробовать. Обязательно. Я всегда проверяю, есть ли friendly fire в игре. В Counter-Strike всегда проверял. В Counter-Strike обычно нет, да? Ну, есть. Ты можешь вырубать и вырубать. А. То есть можешь своих мочить, можешь отрубить эту опцию. Вроде бы как. Как проверял? Хедшотом проверял. Ну да. С Desert Eagle, так что наверняка. Что, американец на работе скучает? Да, вроде бы уже закончилась у него работа. Да, уже 5 минут. Но он через 4 минуты он заканчивает, так что... У нас 4 дюйма. Fuck yeah! Растем. Слушай, если им в баллон стрельнуть, они же сдохнут, правильно? Ну что? Стрельнем в баллон. Разбол. Вот так. О, хедшот. Е. Дома уже. Отлично. Дома. Welcome home. Ну, рада за тебя. Это ты врубил слоумо? Нет, врубается, когда тебя палят. Да? Угу. Такая новая система. Вот бы в жизни так, а? Да, да. Спалили у тебя ночью у холодильника, и ты так взломом быстро скрываешься за шкафчиком. Знаешь, в чем прикол? Прикол в том, что у меня патроны.
Вроде не надо было так делать. Это психологическая атака. Так на чем, на что бить? Давай, давай. А просто можешь... Давай, мочи, мочи. Ты можешь просто... R2. Давай. Да нет, не работает. Я думаю, shot taken 25. Время. Блин. Ну мы почти его убили, почти. Слушай, как-то надо посмотреть в контроле, как можно просто бить. Я уверен, что можно бить. У тебя протез есть. Протез берешь в одну руку. Может быть, его чисто это самое. Может быть, его незаметно вырубить, ты можешь? Я опять не могу. Отползай, отползай. Тебя не ведет, тебя не ведет. Ты напоминаешь эту девочку из «Экзорциста», которая... Главное, только задом наперед еще на спине вот так вот подниматься тогда. The best way to do it. Давай, cover, cut, cover. Окей, это embarrassing. А ты можешь умереть от этого, когда будешь часто падать на пол? Не думаю. Как-то нереалистично. Понадобится нам Chicken Head, я так чувствую. Найс. Так, пока ты горишь, обнимай кого-нибудь. Что там, камера? А, Ишмаэл. Без нас. Нет, как так? Блин, там танк есть. Да. Might go for the ambulance when there is a tank. Я же говорю, что ты прав, что Fantastic Four. Угу. Сейчас это нечто появится. Точно Psycho Mantis. Да, он самый. Спасибо, чувак. Очень горячо. Видишь, они работают в компах в тандеме с этим с огненным чуваком. Но консистентно сделано бешено. Нет у вас воды, да? Муа-муа-муа. И клерика нет, чтобы создал воды. Да. Ну конечно. Сейчас по X-Ray, а это на Black, знаешь. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, красиво, слушай, красиво. Мы сейчас будем ныкаться, да? Походу. Упс. Run, Forest, run. Да, тем вода.
На таких-то не было или что? Да, такой был quick dive. Команда. Одни открывают, другие закрывают. Второй wave. Ну, пофиг вообще. Мы точно оказались между не теми фракциями. Да, вообще день не тот какой-то. Особенно для водолеев. Это у нас в Юпитере, это обычно плохо. Ого! 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 Psycho Mantis has a sense of humor. Блин, это очень кровавая игра. Нельзя такое детям показывать. Солдатам. Съёбывай. Не верить там. Ну, конечно. See, that was a good decision. Оператор убили. Понятно, бедный оператор. Все это время бегал за нами и не дотянул. Кто будет нам нести камеру? Ишмаэль, где ты? Ишмаэль. Это горит статуя? Да, почему статуя? Это символизм. Это символизирует то, что даже камень может растопить любовь. Японцы. На самом деле, чувак любит тебя. Стреляй, красота, надо стрелять. Там нигде рядом нету, смотри. Все. Окей. Meet Joe Black. Get in! В Терминаторе, помню. Come in if you wanna leave. Ишмаэл, пацан. Спас мужика. Не, мне кажется, Ишмаил все-таки это не твоё воображаемое. А, там пацаны. Упс. Блин, единственное, кто мог его замочить, это пожарники. Да, нет, я нет. Да, снимайте.
Что мы сегодня выучили, дети? Водить с одной рукой и с мертвым водилой плохо. Don't try this at home or on the road. I'm in Кипр, окей. 8:54. Посмотри, чувак смотрел. Или его никогда не было. Это какой год там? 84. 11 марта. Ей! Our old friend. Этот пацак на нас будет работать скоро. Или... to be precise, на нашего клона. Чё? Let the spice flow. Его как единорог, да, детка. Да. Именно то, чего я хотел. Черви огненный единорог. Видишь, кома. А ему, он же ему что-то вколол. It's the ultimate drug. Он ему что-то вколол, мне кажется. Помнишь этого персонажа? Из первого момента игры, помнишь? Револьвер Оселот. А, точно! Yep. А его убили? Кажется, нет, его не убили. Nope. Типа его убиваешь, но он не умирает. Ну да. Какой кит? А, кит. Да. Да, американец, у нас та же реакция. Ты стреляешь в него, нет? Shoot him now! А, о, окей, сори. Ах, американец. Все ты. Что американец? Он спросил тебя по на кит. Чё? На кит? Кит. Это, в принципе, кит как кит, а какой единорог? Get up close, bitch. Прям как Джон Коннор, да? Да. Твоя лошадь горит. My horse is on fire. Давай. Да он далеко. У меня шотган вроде. Мне игры научили, что из шотгана нужно палить только в близости. For fuck's sake! Сколько у него патронов? Он в тебя еще стреляет, между прочим. У тебя S1000, я не знаю, здесь не пишут, сколько патронов. Пишут, а, возможно, но... пишут, но мы там. Да. А нельзя нас куда-то наверх переместить? Мне кажется, это плохое положение этого маленького квадратика. Ну, посмотрим, если нам он будет мешать, то переведем. Можно. Мне кажется, там важная информация. Ну, пока сейчас нет, но возможно будет. Окей. Оу! Какая-то
Пустая плова у чувака, а начинал все хорошо, метел, бегаю, проснулся, 9 лет проспался, ну руки нету. Не дали ему отдохнуть. Зато лошадка жива. Да. Плотва. Да, будет с нами. Так, настало время для второй банки колы. It is time. The time is come. Yay! Ура! Codename Chick. Awesome. Это хорошо, наверное. Это хорошо. Ранг А, это хорошо. Да. Но это не S, но все равно. Computer is okay. Героизма у тебя много, но это, наверное, за счет того, что ты прыгал на солдата без оружия просто. Без убитая героизма. Интеллект отбавляет на героизм. Ну там не было интеллект скор, так что... Да, так что... Упс. Все-таки. А видишь, у нее даже шрапнели или у него там? Кого? В голове. У этого псайфонетика. И у того шрапнель в голове. Да. Здесь у всех шрапнель в голове. На самом деле... The Shrapnel Brothers. Может быть, это все чувак просто в коме и видит самих себя в разных апостасиях. Может быть. Блин, я ненавижу такие фильмы или... Ну да, фильмы. Там, где все вдруг оказывается просто сном каким-то. Triple Man, помнишь фильм? Nope. Нет? Ну, значит, я тебе проспойлил. Там половина фильма просто сон. И ты болеешь за чувака и все такое, а потом оказывается, что ты ему заснилось. Name's Ossola. Big Bucks. You know who I am. A certain man gave me a job to do. Two, actually. First was to get you out of that hospital. Second was to rescue the man himself. Так, подожди, а куда подевался? Remember? Он ушел? Нет. Я думаю, мы его встретим. Да, с ней нужно подкачаться немножко. Это не в форме. Ну так 9 лет, чувак. Не ходил в спортзал. На Афганистан. Да. Прям вот. Прям по дороге. Four years ago, the Soviets invaded Afghanistan. Muslims are fighting back with Western support. Miller was training Mujahideen rebels when he was captured by the Soviets. The Reds' 40th Army. Troop strength somewhere around 100,000. The squad holding Miller set off near the Pakistan border yesterday. Out of 3 days, they'll reach the Soviet garrison. He'll be interrogated for a few more days. It's off to a lager. Or left to rot in a ditch on Afghan soil. I give him 2 weeks. The job didn't mean anything to Miller. He only took it on to keep you safe. Well, there's our ride. Whaling ship. Had a pretty good deal on her once the IWC started raising a stink. About 7 days to Port Cassim, another 3 overland. So we won't have much time once we're there. Don't take too long getting used to your new self. Hang on. Ha! Просто
походу его глюкнул, то что the lightning bolt and the... Думаешь? Да, ну что? Ну, может быть. И где Ишмаэл? Мне понравилось последнее. Играл в Dead Space недавно по коопу, третий. И там у каждого из них свои глюки, ну, каждый, каждый видит по-другому. То есть там я играл с своей девушкой, и я играл за второго, не за, как, не за Кларка, а за второго. Ага, понятно. Этого. И он там видел вещи, которые, ну, я видел у себя на экране, она, ну, смотрит, я просто разговариваю с кем-то, да? С той, да, и я то же самое видел глюки, когда там в лифте появляется это его жена или кто-то. То есть я видел просто, что он просто там дергается, ничего не происходит, знаешь. Интересно. Это да. Да, вот это что-то. Я один прошел, и мне не очень интересно. Ну, одному скучно играть. Сейчас вдвоем прошли, и хочу даже дополнение взять себе. Awakening. Потому что вдвоем проходить весело. Одному мега скучно. Get into business. I never asked for this. Часы. Монтана. Помнишь, какие часы были? Нет. Такие там, с мелодией. Да. Да, первые часы с мелодией. С таймером. Еще с какой-то херней. Текстуры вообще радуют такие. Да, очень клево. Блин, пустыня вообще как будто настоящее видео, да. Офигеть. Такой длинный интро. Очень длинный интро. А его можно было скипануть вообще? Да. Нет. Сейчас. Пойдем за Миллером. Это важный персонаж. А кто такой Миллер? Его бывший партнер. Ага. Кацухиро Миллер. Полуяпонец, полуамериканец. То есть он был в предыдущих частях, да? Да. У этого, у Револда Росла, никнейм Шалашаска. Don't ask, Понце. Еще в третьей части его так называют. В третьей части я видел его как юного советского солдата, Шалашаска, знаешь. Да, а потом, и он, типа, у него был этот простой пистолет, револьвер, а он крутил как револьвер. И фанаты как бы думали, что это может быть он. И под конец там его уже было понятно, что это его показывает юного Револда Росла. То есть они не первый раз встретились. Блин, а в первой части я помню, что такое был, но вообще как босса я его не помню. Это второй босс или третий, он достаточно легкий, он с бомбой. А-а-а, да, да, помню. I enjoy it. See Wandy on the map? That's where they're keeping Miller. Only problem is we don't know his exact location. Finding it is your first priority. Okay. Got the binoculars? Or should I say, in scope? In scope.
Так, да скачать левел можно. Что делать? Качать левел можно? Идем учить клипов, да? Блин, красиво. О! Снейк озвучит Киза Сазерленд. Ну да. Это кто? Новый актер, voice actor. Мне его озвучивал раньше другая. Так, Intel Support Club. Villagers fled the war and evacuated a while back. Since then, it's become a base for the Soviets' 40th Army. A few days ago, Miller was taken through there en route towards Dewandeo. Тебя торчит из башки все-таки металлическая стена? Прикольно. Put a marker on it so you don't lose track of where it is. R1 marker. Так, вроде это. Так, типа маркер ставишь. Я поставил маркер за... Такие пустынные. Апгрейдинг авиатора. Снейк всегда был на глазу. Это да. Биг Босс. В третьей части. Потому что случается, он теряет босс. Они взяли образ Снейка из этого. Побег из Лос-Анджелеса. Знаешь этот фильм? Там еще снимался. А у нас еще пятый. Ура! Побег из Лос-Анджелеса, там с ним... Как же... Курт Рассел, во! Такой постапокалипсис, киберпанк. В свое время был таким шедевром. Коджима рассказывал, что он взял образ Снейка оттуда. Там тоже Снейк был, тоже одноглазый. Ну и все. Американец. Просто у них стрим идет буквально на секунд 20 позже. Или даже 30. Фильм говно. А ладно. Ну да, фильм говно. Ну это было то время, когда все фильмы говно были достаточно неплохие, потому что это было то время. Побег из Нью-Йорка крутили. Я скажу, как вокалист группы Брэда. Нет, я не скажу, потому что это прямой эфир. Здесь можно, нас могут смотреть дети. Вау! Нет. Ныкаться. Не видели. Speed up horse. Speed up horse. Come on, Roach. Speed up horse на спидах, я смотрю. Лошадь, давай это с драйв лошади устроим. Как она может взбираться на поверхность? А как она... Как это? Помнишь, что вот мы показывали в трейлере? Че, серьезно? Да, лошадь, да, можно срать? Да-да-да, сейчас. Как? Давай. Может, она не хочет еще пока. Надо подождать. Как? Combat, Big Dive, Reflex, Mode, Defective Range. О, нашел Wi-Fi спот, да? Я не могу смотреть. А как бинокль? Кажется, ты должен выбрать бинокль. Ага. И чё? Чё тебе сказали?
focus on a threat and it'll be marked automatically. You can mark enemies in vehicles by using motion binoculars or camera. Once they're marked, you'll also see their positions on the map. Вот вы лошадь могут убить? Давай его на парашюте. Ты можешь его на парашюте поднять вверх? Я не думаю, что... Думаешь, что нет, да? Same goes for hiding down enemies in it. Sight, sound, keep all your enemy senses in mind. When you're near an enemy, stay low and move slowly. Так, тут сказали, что лошадь сама срет. То есть ею нельзя срать просто. That sucks. Как, R2? Хоп! Отлично. Давай да если нужно было поговорить. Блин, ну что? А теперь ты можешь на него... Просто иконка была, как будто ты сейчас, ну, я не знаю, тибэггинг хотя бы сделаешь. Next time. Давай с этим хоть поговорим, ну пожалуйста. Как уж быть. Там еще один? Не, это бочка. Это просто бочка. Тот нас заметил. Так надо, может быть, ползти надо? Да. А, все нормально. Так, Алудин. Speed it out, where are the rest? Что, X? Да, R3. Boss, you don't understand what he said? I guess that makes sense. It looks like that horn stuck in your head has impacted the language center of your brain. If only we had a recruit with the Russian interpreter skill, we could get by with simultaneous interpretation. Короче, разговариваю с ним. R2. Ты его типа усыпил, да? We had sex, yeah. Нельзя еще. You have earned the trophy. Yep, awesome, right. Отлично. Что бы это ни значило, это отлично. It's one step in the direction of Platinum. Not Platinum, sorry. Похоже, эти текстуры, как у бабушки. Так. Как у бабушки на ковре. Что здесь вообще? Fuck are we doing here? А знаешь, круто, в принципе. Что? All the exploring stuff. Ну да, в итоге надоест. Ну, первое. Ну да, в начале. Помню, в Ведьмаке столько эксплорил, столько эксплорил. Как? Horse, all along. Hiding on horseback allows you to stay out of sight even while on the move. It's effective for avoiding enemy guard posts and long-range reconnaissance patrols. Окей, все, понял. Мандрич. Так, я хочу, чтобы лошадь сорвала. До этого нужно время. Может быть, когда за ней танк гонится, она начинает гадить. А что слева? Слева там какая-то хрень, нет? Не, он там. А, это просто насос какой-то или что? Да, да. Так, нужно в виллидж прийти. Ну что, здесь есть типа civilians? А что он сказал? Я не знаю. Бла-бла-бла. Наверное, вот надо идти на вот ту точку и все. Как? Окей.
antenna. There could be intel files of some kind in there. Идем. Да, давай мочить. А тут если они поднимают тревогу, сбегается больше народа, да? Или пока не спрячешься, они будут бежать. We'll find out soon. А, подкреплял вот этот прикол. Oh, Ground Zeroes. Ну да. Ну да, типа того. But you hide, but there are more guys and they're more alert. Climb up so quickly. Вау, первая дверь в текстуре, которая открылась. Водичка. Приятная водичка. Но есть какая-то разница, то что их убиваешь или не убиваешь. Думаю, на рейтинг влияет. Кажется, он... О! Так его можно, через окошко. Сейчас посмотрим. Давай. Да. Отлично. Что? Алладьян. А, я не знаю ничего. Давай его просто тогда убьем. Давай убьем. Ну все же, что полезного в своей жизни. Прикрусим прием. Здесь вообще интересно, это линейный геймплей здесь или... Сейчас посмотрим. И без понятия. Я попробовал не очень интересоваться игрой. Потому что, чтобы не проспойлить себе. Ну понятно. Ну, да. Ну вот вообще вот... Biological material. Those materials are already processed. They should come in handy sooner or later. Why not start gathering them? Кассеты. Действительно. Ты можешь здесь музыку собирать? А, может быть. Что здесь? Diamond? It's a rough diamond. Good find. It'll fetch a high price. Yeah. Слушай, да здесь только помотырить можно. В Байершоке. Собираем всякую хрень. Так, нам на второй этаж. Бойся на второй этаж. Так, слушай, да. Информацию. Блин, что я делал? Это задержалось. Сколько? Сейчас 18:37. Здесь говорят, что надо увозить трупы на воздушном шаре. Еще нельзя. Еще нельзя, нет у нас воздушных шариков. Мы должны купить их.
за бриллиант или на что-то, я не знаю. Овец надо увозить на воздушном шаре. Вот мы не услышали, что нам нужно сделать. Ну, всегда есть journal, можно все посмотреть. Он missions, видишь, у тебя missions grid. Ага, да. Cassette tapes. А, так мы знаем его, where... Блин, да что это вообще? Log. Mother base. Нет, это самое первое, самое последнее. Это вот map... Map info updated. Значит, оно на карте что-то должно быть. По идее. Значит, мы тоже точно знаем, что Миллер где-то здесь. Так что это rescue, quick draw. Play briefing tape. Our mission is to rescue the target, Kazuhira Miller. The target is Kazuhira Miller, your old partner. He was captured by the Soviets and is being held in one day. He's gonna look a lot worse than that photo, but I'm sure you'll know him when you see him. The Soviet troops and extract him by chopper. It's time to prove to the world you're the real big boss. Че? Это же русские. А, да. Откуда-то взялся переносной ракетный комплекс. Ракетный комплекс? Да. Ползи, ползи. Ползи за бриллиантом, там бриллиант был. Да. Отлично. Ух ты, сколько. Нули. Что, много-много? Так это в генах. Всегда нули. Я думаю, да. Что пишет народ? Да нет, по-другому. Так, окей. Ну все, можно ползти. Там-та-да. И там так километр до Казухиры. Ага. Ну что, чувак, я в побеге Шевшенко больше полз. Ничего. Это же Снейк. Да, до 9 ползем. Это будет самый развлекательный твич. Да. И что, нет людей? Всех убили, всех убили. Ну да, здесь походу не будет, как в Assassin's Creed, спрятаться в толпе. Да, точно. Но круто вечер сделал. Он, можно на звезды посмотреть, это еще типа еще. Да. Красиво. Нет. О, ты можешь траву собирать. That's a type of medicinal plant. Bring it back to base. It's sure to be useful sometime. Контроли такие странные. Так, окей. The horse. Интересно, в чем вот именно здесь втягивают людей, чтобы эксплорить именно вещи. Если у меня здесь нет прокачки как таковой, то... Нет, но собираешь ресурсы на Mother Base, ты себя сам себя не прокачиваешь, на свою базу там строишь. Базу? Да, у тебя будет базу? Твоя база, да. Что, серьезно? Да. Сейчас мы до нее дойдем. Не, ну своя база имеет смысл. Ну да, сейчас... Блин. Как? А, вот так. Не знаю, стоит ли их вырубить или... Да у нас гранаты есть. Носи граната? Вроде была. Там что есть? Так давай хэнд гранатом его замочим. Ну слушай, чекпоинт у нас, наверное, сейчас нашел. Кто так бриллианты разбрасывает? Иглай. Эй, давай гранаты закидаем. Да. Давай. Если есть граната. Да есть граната. Есть? Фрэг гранат. Хэнд гранат, окей. Хорошо. Давай только всех их сначала заэксплорим, чтобы потом... О, да их куча. Офигеть. Так это ж хорошо, нет? Ползи, стой, ползи.
можно забить. Кажется, все. Давай их фонарик этим биноклем пометим, чтобы если они когда разбежались, чтобы мы знали, где, где они находятся. Ни хрена не видно. Слушай, кажется, ты не так уж далеко кидаешь. Да. Бей, заметим. Сейчас придешь. Если бы пришел. Слушай, идем. Было бы хорошо, если бы у нас было. Путем. Если бы можно было на лошадь зацепить гранату и пустить на них. Сейчас можно с этой стороны. Джихадская лошадь. Слушай, а там X3, там большая красная бочка. Я уверен, что она взрывается. Я пробовали. Я в нее хотел. Может быть, нафиг гранату. Ну, гранатой потом, а сначала бочку. Да. Это такой отвлекающий маневр будет. Ну давай. Уи! К чему прячется? Теперь можно гранатой. Вон там. Меня видит. О, отлично. Давай. Что, нет? Нет. Не есть еще. А, он нашел. Нет, но поздно. О. Нет, ну мы нет. Не совсем нюба, знаешь. Ну так. О, здесь можно стрелять из мортиры, вообще замечательно. Да, замечательно играет с ним здесь. Давай с мортиры постреляем. Оп. Па. А, у меня нет супрессора. О. А, этот... А что, он не умер? Походу нет. Well, time to die, bitch. Шикарно. Лучшая смерть пока за сегодня. А как он выжил вообще? Ты в него стрелял? Или это какой-то вроде... новый выпал? А, граната? Не помню, короче. Не понял, в принципе, вообще, что вообще. Да, я тоже не понял. Ну, все хорошо, что хорошо кончается. Все, окей. Да, иди сюда. А было бы хорошо, если бы, допустим, если когда очень долго ходишь, пригинаясь, то у тебя осанка портится, и в итоге твой персонаж становится горбатым, знаешь. Ему нужно посещать там ортопеда. Да, нужно на базу, знаешь, рекрутировать ортопеда. Да, стерлись ортопедические стенки. Мне нужны новые. Ну, здесь, походу, контента очень много. Собирайся эти. Ну да. Здесь... Лошадка совсем не реалистичная. А где они были реалистичны? A goat. I hope Snake likes goats. If you know what I mean. Надо коробку надевать. Да блин, здесь бриллианты ни за что дают. Так. А сколько их здесь вообще? Я думаю, тут много. Что, что вон там, вон там, вон там. Где? Вот. Ага, да. И на машине что-то слышу. Вон там. Окей. Можно на машине инфильтрировать. Это как? Спрятаться в... Грузовик? Да, сзади. Нужно, где он еще проходит. Думаешь, он по кругу так?
Не знаю, да, там должен быть какой-то чекпоинт. Это долго. Да. We take the easy way. Никого больше нет. Вот там еще вот. Полезно понимаешь. Да. Ну ладно, все, хватит метить. Сейчас. То, что светится. Угу. Метит. Надо какой-то меч. Вот эта штука, которая светится. Окей. Let's roll. Where's my goat? Ну это что-то только что было. А? Что-то только что было. Типа то, что мы собрали... Прибыло на базу. Прибыло, да, да, на главную базу. Светский флаг. Ностальгия. Алый стяг. Как там серийные убийцы. Что это значит? Значит, что сейчас уснет. Он типа нас почти заметил. Почти что заметил. Аня просыпается? Потом, кажется, просыпается. Да. О, гранатой может. Или это будет перебор? Сейчас, но это не открыто же. Нет, мы их всех... Не, мы их всех не перебили здесь. О, там еще один непомеченный, кстати. Да, там их много непомеченных. Нас кто-то заметил, типа. Да, мы себя обсудим. Вот еще один непомеченный. Мне сначала показалось, что начал играть музыка из профессионала, когда его убивают. Помнишь? Там, там, тара-там. Тот же Арено или тупо какой-то? Да, да, да. О, давай, чувак. Прикинь, каждый раз, когда убиваешь солдата, играет грустная музыка. Вот ты как почувствовал боль. Отлично. Можно. Давай, воруй, убивай. Горячих головых, помнишь? Пытались ключи вытащить палкой. Вот он. Думаешь? Да, я знаю. С ним жопом махал. Отлично.
легко все. Ну да, если стелфом проходить, то намного легче. Потому что, видно. Бросай тело, хапай алмазы. Yeah, fuck cars. Видишь, я мультитаскер. Нифига себе. Да. Здесь это грузовик, чтобы не пошел. Главное, чтобы он тебя не сбил. Нет, чтобы не заметил это. Что, шторм начинается? А здесь шторм есть? Да, здесь. А, шикарно. И красивые. Дема было другим, была именно эта миссия, в общем, дема отличалась. Ну, доработали, надеюсь, к лучшему. Что такие скалс? Они были в каких-то частях? Нет. Нет. Какие-то зомбаки. Не знаю, где это зомбаки. Shut up. I don't want to leave the mission area. Кажется, что-то на лошади здесь не получится. Ну, можно. Тебе надо его тащить обязательно, да? Да. Может так просто замочить? Да, посмотрим. Нет, я не думаю. Обычно эти существа, они, их нельзя замочить. Если они какие-то... Ну понятно, что они не... Зомби непонятно. Совсем нормально. В Resident Evil тоже было много необычных существ, но зато их всех отлично можно было замочить. А, типа полночь. А, я думал, что отсчет какой-то был. Uh-huh. Ты говорил, что их. Давай замочим. Сейчас попробуем. Посмотрим, в чем дело. Я не должен его бросить, чтобы взять. Ну хорошо, у нас гранаты есть? Есть, но они не долетят, ты хреново бросаешь. Без обид, чувак. Сейчас посмотрим. Они должны ближе идти. Они вообще идут? Вроде идут. Давай. Нет, нет. Да-да-да. Рано больше. Фак. That's Miller. You can't just leave him there. Очень даже. Может, они мощно стреляют по нему? Нет. А их можно замочить? Походу нет. Да ты попробуй. Ну хорошо. Так.
time to fight. Короче, их, наверное, можно замочить, но здесь их будет дохрена. Хотя смотри. А, нет. Вроде мертв. Вроде да. Возможно, их здесь бесконечно. Ну, может даже быть. Да, это плохо. Где он? Указатель. То? А. Там наш extraction point. Не, там просто указывал на труп. А, да, ну типа, they're marked. Fucking horse. Где он? Слушай, как? Миллера. Он упал? Нет, его застрелили. Вот это печально. Вот надо было сразу рашить на коне. Да, наверное. Ну что, они по-любому бегут к ней. Кажется, просто нужно херачить, и пофиг, что они там между ними. Да, видишь, они все равно нам должны показать этот синематик. Ну они что, зря делали его, что ли? Ну красиво. Ну да. Это какие-то сайко-опс какие-то. Я не знаю. Это в демке не показывали. Гайз! А, кажется, я ошибался насчет того, что лошади быстрее не двигаются. Yeah. Ну, походу, просто надо бежать. Блин. Все плохо, как все круто сделано. Да, круто сделано, согласен. Но мне кажется, они тебе ничего не смогут сделать. Не знаю, сейчас что. This guy seems to be taking a lot of damage. Все. They're active only in the mist. А-а-а. Здесь это там, где мы всех перебили, да? А здесь регенерируется? Не регенерируется, да? Они, походу, респаунятся после какого-то времени, но не прошел там день. Не, ну того чувака с мортирой было очень приятно убить. Что пишут? Чтоб демки их не было, да. И что? И что? Не знаю. Я... Походу все на базу. Ну да. Сейчас зад... О, еще можно. Ты быстрее, быстрее на лошадь, на лошадь. Что сейчас? Там лошадь открылся парашют и ее. Да. Кажись, да. А как в демке? О, смотри, можно залезть на машинган. Так, отлично. А, нельзя, нельзя никого положить. Yeah, one more trophy. Ну, сколько? B? Да блин, мы чувака из мортиры захерачили. Нет, ну мы там вступили с этими, с скаузами. Умерли же эти. А, ну сейчас? Ну да. Ну, подумаешь. Нет, не нравится японцам. Молдаван пройдет. Ты плохо старался. Да. А, здесь типа как серия? А, походу, mm-hmm. Походу как эпизоды. Сыграем? Что-то они сейчас любят.
Так, 7 часов. Что, еще час поиграем? Да, можно. Окей. Я хочу посмотреть, как базу строить. Ну, сейчас нам покажут еще. Some operation we had, huh? 9 years ago. Carving out our own world. Making our own future. And they took it away. Пишут. Пишет что-то, да? Не, это мне здесь по, моим делам пишут. Whatever kind of dirty money we could find. You name it. We did it. You see this? Diamond Docks. Our new home. The phantom of our former selves. Triumph. Death. Да, вся фишка Metal Gear, в принципе, это в диалогах и в этих персонажах. Боссы что... всегда прекрасные в Metal Gear. Боссы, да, да, да. Мне сам геймплей не очень нравился. Геймплей... Но вот я вижу, что здесь хорошо пигу переделали. Он прям как Splinter Cell, нет? Ну да, 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 уже сделали. Хотя Splinter Cell все равно, мне кажется, по стелсу чуть более, ну, гибкий. Да. По стелсу Splinter Cell всегда был лучше. Но у него неинтересные боссы, такие слабенькие. Очень скучный сюжет. Очень скучный всегда. Хотя Conviction был неплохим. Конвикшн, да. И этот второй. Последний, то есть. Последний? А мне там сюжет скучный показался. Но геймплей тут там. Геймплей, да. Геймплей приятный. Ты в кооп? В кооп не играл? Да, в Splinter Cell. Нет. А, ты шикарно, хорошо. Да, да, шикарно. Что это вот за... Вот следующий проиграем. Следующий? Splinter Cell, когда выйдет. А, на анонс уже был? Нет. Ну, это мы сделаем. Конечно. Это же Ubisoft. Это компания с бесконечными играми. Нет. Ждешь вообще этот... Ассасин новый? Да нет, не очень. Хотя последний мне понравился. А-а-а. С Парижем. Не, я его поставил, он меня жутко тормозил. Но это из-за того, что патчей еще никаких не вышло. Оторвали тогда еще, кажется. В Ground Zeroes? Да. Эх. Точно надо поставить. А то я чувствую, много ничего не понимать не буду. Это про что сейчас? А про босса? А босс это... Он босс, Big Boss, Snake. Прикольный никнейм еще какой-то. Ну это титул такой самого лучшего солдата Америки. У них был титул Big Boss. И он убил ту женщину, у которого был этот титул. И
из этого это перенеслось. Это не там, где в поле, где-то там такое красивое голосящее. Нет? What should I do? Boss? Tell me. Tell me like you used to. Просто Хидео Коджима захотел в каждом эпизоде вставлять свои видео. Это приятно. Если не на коробке хоть. Да. Да, ты ее можешь строить, гулять по ней. Зачем ее строить? Она и так здоровенная. Почему? Она 5 раз будет больше, чем конец игры. Там потом мультиплеер будет, что ты можешь атаковать какую-то базу. А, да, да, А его реально не беспокоит эта штука в голове? Я бы ее хотя бы сточил как-то. Наверное, спать на том боку неудобно. Думаю, да. И вообще лучше шлем носить, мне кажется, знаешь, такой для американского футбола. А, ну хоть удобно. Нога оттуда оторвана, как раз сюда. Подумали. That old friend that got drunk. We can crush Cypher, boss. And you can build the army that can do it. Just one thing, Kaz. This isn't about the past. We're fighting for the future. Был в Metal Gear 3? В тех других точно был Ground Zeroes и в Peace Walker. Сейчас американец кинул какой-то линк. Boss, there's something I want to talk about. It concerns the running of Mother Base. Come meet me. Кажется, это и есть. Android Phone Case. А, ну, типа, как у него, видишь, это шняга? Ага. Для iPhone. Ну, очень удобно. И маленький. Да, да. Для, для истинных фанатов. Так, куда нам? Все равно пип-бой, короче. This space belongs to you. Make Diamond Dogs the force it deserves. Like any organization, we need good people, and we need to make good use of their talents. Miller asked me to lay that out for you. Start bringing people in. Use this. А, вот куда тебе там нужна, говорю, как ты будешь учить русский язык, да? To extract any soldiers or prisoners you want back here. We'll see if we can't persuade them to join the ranks of Diamond Dogs. Go on. Test it out on the staff here. Anyone you want. First, put them to sleep. You have a train plan. I'm ready, boss. That feels like masturbation. Hurrah! Now we're talking. Good. Прикольная анимация. Давай еще одного.
dead bodies either. It don't make any difference. The staff member you just extracted will be assigned. That's not what I planned. Open your eye door. Select staff management and mother base. So that staff member was placed on the R&D team. The R&D team is in charge of developing all the weapons and items that will support you on missions. Take a look at the development list. Select weapons items under the development heading. Development. Давай этого садистика мастифа. Это его типа классификация в каждом из этих самых из категорий. Да, вот development. Weapons items. That's the R&D team. Yay, the box. И что? Кто-то, хоть кто-то сможет сделать коробку сейчас? Да. Сейчас. In any case, we don't have the manpower to develop it just. Здесь есть несколько коробок. А, Red. Go extract a few more people. Boss, put the iDroid away. You can also Fulton extract individuals you've knocked out. Why don't you try and knock them? Go for them, not me. А что там отнялось у тебя? Не знаю, какие-то ресурсы. Кто-то так кричал. Кажется, он еще не был в отключке. Упс, упс. I killed myself. So bad at this game. Почему я не то нажимаю? GMT, это что, типа деньги? А, короче, наши иены. Хорошо. Select wet box. Now select cardboard box and start development. Just be aware that development requires funds. Сколько нужно рекрутов, чтобы сделать одну коробку, да? You can have the support units supply you with weapons and items you've developed. У тебя там есть душ? Что? У тебя там есть душ? Не знаю, есть? Там была иконка, кажется, это был душ. Сейчас. Да, сейчас помоемся. Это все, что можно делать на базе мыться и... Сейчас нам X-Track сделает cardboard box. Через голубиную почту, да? Нет. Вот, there it is. Not sure what it is. А, подожди, ты каждый раз должен будешь делать коробку? Нет. Да? Только один раз. You won't make any GMP or find recruits hanging around here. Вот. Называется у меня директор псих. Сталкер. Как извращенец. А здесь можно клеить, типа, фотки с бабами. Отлично. Так. Это что, это чтобы не привлекать внимание? Или наоборот? Окей. Ты хочешь, если хочешь, чтобы на тебя помастурбировали, наклеил коробки с бабами. Ну да, можно. Можно, да? Можно. Отлично. Черт, где душ? Вон. Хочешь посмотреть на голову Снейка? Да. Да, именно так себе это и представлял. Physically and mentally refreshed. Oh yeah, baby, he's all clean now. Так, что сейчас сделаем? Пусть оно помоет себя молочком. Missions. Supply drop. Helicopter. Request helicopter. А что ты еще с этой балдой можешь делать? Апгрейдить ее, там строить себе внешне. Видел, как эту коробку? Можно себе строить оружие или для базы можно что-то строить. С
всякие структуры, чтобы они строили. Но нужно подбирать всякие ресурсы, знаешь. Без ресурсов вообще не построить. Давай кого-нибудь тоже. Вот так вот. Ты знаешь, кто следует босс. Все, теперь тебя здесь все любят и все будут по тебе скучать. А этот не отдает честь. Да а, я отдал. Ну правильно, еще бы не отдал бы честь. Было бы прикольно так на этом парашюте именно сваливать именно заданий. Просто прицепил себе парашют и полетел. Bye, guys. Да, да. Интересно, почему у компьютеров всегда такой женский сексуальный голос? Почему, не знаю, там голос маршрутчика такой уверенным? Только такое ощущение, что только мужчины пользуются. Потому что его создали гики, а гики любят такие голоса. Да? Да. А, ну да. Черт, мне не добавили героин здесь. Героин тебе не добавили? И героин тоже. Все эти титры, это нелепо. Это да. Скажем, хорошо, если я не играл, да, и вернулся к игре там через несколько дней, то окей, могу просто показать. Ну, может быть, они специально так оберегают японцев для того, чтобы они не играли, ну, слишком много, да. Чувак, ты видишь титры, тебе нужно закрыть. Да, вот мне здесь скинули гифки с коробками. Да. То, что я говорил, я видел в этом трейлере геймплей. Здесь есть коробка от PS4. Да? Да. Вот. Ты такая, она тебе только на голову пробивается. Это очень тупо. У тебя в вертолете тоже есть душ? Давай единорога. Жалко, что здесь доспехи нельзя менять. Это было бы весело. Можно. Можно? Да, потом можно все построить. Здесь все можно менять, это как-то могуче. Отлично. Покормить Снейка. Commence mission. А, вот select character, видишь. Uniforms. Olive. Это предыдущие персоны. Это новые. Character. Походу и с другими персонажами можно будет играть. Походу. Тех, которые ты рекрутировал. Скорее всего, DLC. Не, не думаю. Да, нет, точно. Это в предыдущих так было. Да? Select buddy. Вот можно и кого-то еще взять. Horse. Видишь, может единорожка, может потом. Can you paint the horse? Ну, короче, DLC будет закупаться очень много. Так, типа сколько? Давай вечером лучше. Что вечером некрасиво. Некрасиво. Ну, хорошо, давай 6 утра. Да. Или ASAP. Алмазные псы.
Badass. Ну как-то по-свеговски звучит. Diamond Dogs. Oh yeah. Докс еще через доллар, знаешь, такое надо было сделать. И Diamond через V вместо A. Сейчас так пишут. А, да-да-да. Black. Black. Блк. 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 Собака еще будет у тебя, да? Знаем, знаем. Собака еще будет? Только хаски. Шикаром. И тоже без одного глаза, кстати. Это жестоко. Ты специально выкалываешь свои собаки глаз, чтобы это типа... О, какой хозяин, такая собака. Он находит свой щенка. They become friends and shit. Что такое? Ну как бы печально, но интересно. Здесь скриншот с этого, с Ютуба, видео Metal Gear. Здесь suggested реклама по протезам, типа купите себе протезы. Не, ну почему? Может быть там у людей с ампутированными конечностями они больше, ну, смотрит. Для них у него компьютирует. И этот, и Deus Ex. Да, уже это yeah. Like the dream come true. Да, уже почти стал реальностью. Я вот подписан на Facebook на этот, на Deus Ex. Да. И, ну да, просто смотрел за обновлениями, когда уже вышла игра, и думал, ну, ничего не будет постить. Они постят последние разработки среди протезов и так далее. Да, и прикольные, на самом деле, очень... такие футуристичные вещи показывают, которые уже на самом деле есть, там руки, ноги. Ну классно, короче, ветераном, короче. Короче, скоро на самом деле, скоро все будет как Deus Ex. Здесь ландшафт немножко однообразный, тебе не кажется? Какой? Ландшафт однообразный. Да, сейчас. Я к тому, что к концу игры, наверное, немножко должно это все заколебать. Ну, если все в Афганистане и только в Афганистане, то да, впереди, да. Да, то есть... Но там как обычно... Хотя, в принципе, в Fallout'е тоже, там кроме пустоши ничего нет. Там как-то варьируется. Keep your guard up. That's communications equipment used by the outpost CP. It must be how they keep in touch with headquarters. If you destroy it, you might be able to cut off the CP from their HQ. Он так быстро метит? Take a good look at their faces so we can ID the targets. О, ну давай послушаем. Я убью командира. Я к этому готов. Надеюсь, и вы тоже. Все ясно. Okay. Они разговаривают как Алёша Попович. С какой-то богатырской сказкой. Start by using your binoculars to get a grasp of your surroundings. Блин, вспомни хоть одну игру, где русских озвучивали нормально. Была такая вообще? Кажется, в Call of Duty, во втором, в Modern Warfare. Ну, знаешь... Там была миссия No Russian, когда они всех стреляют. А, в аэропорту? Да. А, да, да, да. Там, кажется, хорошо. Там долго озвучивали. Да, такая брутальная миссия. Мне понравилась. Вообще бы тебе не понравилось. Маньячина ты. Ну ладно, мне тоже понравилось. Но я осуждал это. Я ни в кого не стрелял. Of course, no. Ни в кого не стрелял. Really? Ну, может быть, случайно так что. Пацаны не поймут. Что я хуже, чем ребята, которые стреляли? Да, на самом деле. But you don't do it for fun. Нет. Okay, necessity. Нет. Я до сих пор не могу спать по ночам. I'm sure you do.
Ну, кстати, это же миссию исключили из русской версии. Да? Да, то есть в России эта игра продавалась. Ты куда? Там был бинокль или что-то там было? Нет, да, прожектор. Прожектор? Оставили. Зачем ты туда пошел? Что говоришь русский, на русском? Что на русском? Там эта миссия. Какая? В Call of Duty? Шереметьево, да. А, ну то что запретили эту версию, ну этот левел, то есть его нет. А я недавно играл в South Park, такой обрезанный, что... На Xbox? Капец, да. Я на PC проходил. Лучшие моменты игры просто взяли и вырезали. Far more power than any rifle. You can either use it yourself or destroy it. Either way, best keep in mind some way to deal with it. Что их здесь дофига? А вот здесь джипчик есть. Что нам вообще надо сделать? Да, что нам надо сделать? Опа, стой, это в реальном времени. Это в реальном времени? Да. Ой, блин. Это плохо. Он заорал, да. Может, ляжешь? Да. Action rolling. О, там еще один. They keep me roll. Что, граната, может? Да, блин, нет, на их потревожит чуть-чуть. Плохо. Нет, нет. Его достали, сейчас пройдет время, и он упадет. Давай, чувак, давай. Нет, нет. У него иммунитет. А если иммунитет, то мы ему поможем. Ох, это спалили, черт. Стреляй фонарик. А давай гранатой. Давай. Сейчас, сейчас. Сука, ты что с этим? Блин. Вот они тупые. Отлично. Мне кажется, это было... Да ладно, они... у тебя патронов должно быть дофига. И где патроны? Патроны вот где-то под красная нами. Красная бочка. Надо было ее юзать. Ну, сейчас бы сбежалось дохера народу, так? Так, что нам вообще нужно сделать? Та-та-та-та-та. Eliminate спецназ командир. Слушай, их можно всех рекрутировать же. Наверное. А их рекрутировать прямо? Странно, что спецназ они так и не перевели, они просто назвали спецназ. Ну, потому что это как Моссад, да? Как серии. Спецназ это Special Forces, в принципе, это аналог тот же. А чем написать Russian Special Forces? Многие же знают спецназ. А вот, видишь, можно взять и... Джип? Угу. А, ну, дофига потребует этих. Но видишь, 0% пока что, может, какая-то технология. А там процент-то есть того, что он долетит, не долетит, да? Блин, да. Чувак просто видит, как его друзья возносятся. Какой-то здесь нереалистичный статус, тебе не кажется? Не, ну конечно, это хорошо, но ну, для нас сейчас. Ну да. Но вообще, как-то, учитывая то, что игра позиционируется как... Стелс экшен. И выглядит реалистично. Да. Опять-таки в том же Splinter Cell'е там бы тебя давно уже запалили бы и пристрелили. А тут люди летают и попят как-то. Все нормально, обычный скучный вторник. Сейчас его...
А мне кажется, они вообще не реагируют на вознесение. Давай, мужик, уже. Все. Убей меня, либо спроси что-нибудь. Это же русский. Извини, я не знаю английского. I don't speak English. The main principle of intelligence work is intel gathering. But that's a problem if you don't speak English language. Да шо, шо, шо. Он нас научит английскому. Он нас научит английскому? Да. А как он научит английский, он все не знает английский. Он нас русскому научит. Русскому, да-да-да. Сори. Он принесет яблоко такое. Это... Яблоко. Apple. Стив Джобс. В этом году они же делали Macintosh уже. Кто? Apple. В смысле? Упустим четверку. А, да-да-да. Только тогда-то не было еще религии. Так. Не-не, была уже. Местная секта. А, вот что означает это семья. А черт. Надо было вступил. Не заметил еще. Все плохо. Ой, блин, все очень плохо. А что, нет? Перезаряжайся, сука. Нет, короче, проебали все. Уже все. Так это же твоя цель. Должен был убить. Убить? Да. У тебя цель была Eliminate спецназ Commander или что-то в этом роде. Really? Okay. Да, то есть... Единственный человек, которого ты должен был убить, это был тот, которого ты только что смотрел. Понятно, можешь еще судьбу. Кажется, плохо. Дела плохи. Плохи. Отлично. А ты его усыпил? Да, вроде. Мне кажется, его надо все равно убить. Ой, блин. Они сверху стреляют. Блин. Сейчас я... Ты можешь там захилиться как-то? Нет. А как же сейчас править кость? Должен, нет, нет, должен был. Ты в пол убить. Что, откуда? Сверху? Ты думаешь? Да. Да не, вроде не похоже. Откуда ты стреляли? Не орите, Фреда. Сейчас. Думаешь, нашли? Кажется, он еще спит, нет? Оп! То есть это сейчас тебе понавалят? Уже с... да, уже все. А там может на машине? Мы на машине еще не катались. Да. Ты не помнишь, где машина? Помню. А что, мы всех с метками убили? Чё? С метками. Там мы ставили метки на ю. А что, надо обязательно всех убить? Да. Да нет, просто. Тихо. Сейчас. Подожди, а у тебя есть Night Vision, оказывается? Yep. А? Да, прикинь, я не знал. Да, тобой облегчила ситуация немножко. Так, чё?
получается, куда нам? Extraction zone. Supply drop, helicopter, pick up. Где? Ну, мне кажется, сюда логичнее будет. Сюда. Да. Полкилометра. Нас почти не видно на видео, можешь включить свет? То есть моя девушка говорит, что мы не весело ведем наш стрим. Ну, потанцевать. В следующий раз надо взять жонглеров и... Танцующих панд. Танцующие панды всегда веселят все. О, так замечательно вообще. Сейчас, сейчас будет весело. Мистери. Мистери скримерс. Би. Блин. Ну, we raised the ruckus. Starring. The Spetsnaz Commander. Да, чувак очень важную роль вложил в сюжет вообще. Yeah, he like slept and then died. Ну ты его еще пнул ботинком. Yeah, woke him up. А ты его усыпил, что ли, да? Я усыпил, и потом... Потом ты в него стрельнул, потом ты его пнул ногой, потом еще поднял и зарезал. Блин, именно такой смертью я хотел умереть. D-Horse. D-Horse? Can now be developed. Да, я представляю, как группа ученых разрабатывает D-Horse. Что за D-Horse? I-Horse D-Horse. Diamond Horse. А, Diamond Horse. Да. А, это круто. Extracted. Flaming Tiger. О, да. Горящий тигр. Cunning hyena. Это консервированная гиена, что ли, или что? Не, типа... Cunning. Pouncing hippo. Ненавижу кипарей. Это типа гиппопотам. О, у нас Якубович есть, только лысый. И правда никак... похож? А, этот окей. Это pouncing gibbon. Блин, кто им названия такие дает? Заметил, какой шрифт у этих субтитров? Mm-hmm. Такой военный, как на документах старых. Yeah, like Black Ops documents. Да, 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 да. И что? И шо, выбираем миссию. Так. А что означают вот галочки, вот видишь там 2 из 6, это же собрать, обойти все эти локации, что ли, или что? Extract the command, ага, mm-hmm. Вот, extract the commander from WAC. Complete the mission without being discovered, mm-hmm. Secure the rough diamonds hidden in Spugmai keep. Extract. Короче, это... Bonus objectives. Не, мы сейчас не будем это делать, это уже потом задрачивать будем. Well, thank you. Видишь здесь? А что, не будешь? Видишь здесь, что надо было спецназ? Neutralize the Spetsnaz commander from long distance, типа снайперкой. Extracted the long Spetsnaz commander. А его можно экстрактировать? Вроде. Вот оно что. Ну, мы сейчас так, по-сельски проходим. Destroy Soviet comms. Ну, давай. Совет чё? Comms, communications. Какой-то ты тут не спецагент, а просто вредитель. Просто человек, которого никто не любит здесь. И что, ему Metacritic дали 10 из 10? Нет, Metacritic не даёт... Review, оно только делает, знаешь, квантификацию. Ага. Дают IGN, дали 10 из 10.
эти GameSpot, 10-я игра во всей истории GameSpot, но они уже там работают лет 20. GameSpot, дали 10 из 10. Там Кутаку тоже дал yes и сказал, что очень хорошая игра. И так далее. По сигналу там менты. А спали? Спали. Я думаю, да. Давай посмотрим. Спали. Что ты сможешь взорвать его? У тебя же есть гранатомет или что такое? А давай попробуем его задавить. Давай. Получится. Да, конечно, получится. Отлично. GTA, блин. Да. Блин, давай задним. Yeah. I want to look him in the eye. Слушай, а может взорвать грузовик? Он гранату типа хотел. Ха! Слабак. Мастер. Чувак ко всему радикально подходит. Попробуй вот так же вот выпрыгивать из своей машины. Это будет впечатлительно. Обязательно. Очень смотрю эпизоды, очень сейчас популярны в играх. Угу. Ну потому что люди обычно играют там час или полтора часа, не ну, больше, чтобы им создали That wild dog Pop, he's a tough little guy. Boss, this is no time to be playing with animals. What are you gonna do, boss? Где wild dog Pop? Ну, Хидео Кодзима. Опять. Че, тебе собаку нужно? Может, там собачка была? Где собачка? Эва, вот-вот. Ути-бузи! Давай, на парашюте. Давай, чувак, увидимся. Отлично. Вот это спецсобачка. Что? Нет, 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 я не хотел этого. Просто иди. Я и контролирую. Так, а может мне надо было залезть куда-то? Да все дороги ведут в Рим, я думаю. Mm-hmm. О, отлично. Вот и Рим. А что значит R1? Нажми R1. А, все, поздно. Increased heroism. We found out there's an English-speaking soldier somewhere in the region. He's a language specialist. His role is to translate information related to the West into Russian. If we can get him to join us, we'll have the upper hand in information warfare. Find this language specialist and extract him. Это... Я не знаю. Ты куда ты бежишь? Туда, куда там, может, есть проход. Ты посмотрел на карту? Нет. Just a wild guess. То есть ты просто бегаешь? Да. Когда у тебя была машина? Да. Не, можно залезть, потому что я где-то в трейлере видел, что он лезет по этим стенам. Давай, чувак, лезь. Мне кажется, он далеко не пролезет. Нет, думаешь? Давай, лезь. Я уверен. Нет, ну, да. Короче. Может быть, он так недалеко лезет, но... А можно свистнуть этой машине? Это было бы очень странно. А у нас D-Horse или просто... Нет, у нас D-Horse, специальный. Horse, который материализуется. Или как? Из ничего. Да.
Там, короче, какой-то outpost, side out, extraction, вот, типа, interpreter, который... Да-да-да. Чувака, который говорит по-английски. Ага. И где он? Где он? Side out. Блин. Он side out листом был. Да? Где? Yeah. Вон. Ага, вот. Угу. Ну-ка. О, он здесь рядом. Маркер. Ага, окей. Ну, давай. Так, давай его. Так. Сколько время? Ну, можем еще минут 10-15. Ну, давай это продлить. Как это выбираете, что ли? Он что, спит? Блядь. Где он какой? Плохо. Героизма у нас не будет уже. Это не был наш переводчик, нет? Не знаю. Ну, может, он в этом здании? Может, но давай их не будем убивать. Маркер эрейст. А, ну это потому что ты просто на нее добрался. О, да. Уходи. Хорошо, это заметил. А, вот тот уже начинает спать. Sandstorms come in. Sandstorms effectively make you blind and deaf. But that goes for the enemy too. Use the situation to your advantage. Да, хорошо, но как я фалком буду использовать? А, 30%. Сейчас нет смысла. Давай поищем. 30% из-за того, что буря? Да. Думаешь? Да. Точно. We can use compounds or relax to make medicine or poison for using new. Ты же кажется, ты замочил того медика. Хотя, может, он внутри. Он не медик, а специалист. Кажется, замочил. Все, не выучишь ты русский. А ты можешь время пропустить? А, кстати, да, могу. Вот. Нет, это suppressor. Где-то могу. Сейчас missions. Model base. Switch zones. Toggle map reset coordinates. Nope. Где-то точно можно было. Supply drop. Body support. Сигара, у него была сигара. Как я его буду говорить? Сигары здесь нет, здесь тоже нет сигары. Может, это сигара? Или это суппрессор? Нет, это суппрессор. Угу. Вон, ставим сигару. И как? А, R3 to use. Может быть, это он. Mm-hmm. Ты можешь его допросить, нет? Нет, он уже спит. Он там труп. Ага, о! Отлично. Короче, они завезли нового эксперта. Я не могу еще поднимать тяжелые вещи. На руку апгрейдишь.
Now you'll know what Soviet soldiers are saying. You can even interrogate them. Should give you an edge in the mission. Все, давай допросим какого-то русского солдата и... Мне кажется, что нужно вернуться на Марк Бейс. Ну, да не. Okay. Это сайд-миссион было. Okay. У тебя еще главная миссия есть. А, ты имеешь в виду, чтобы научиться? Да. Ну, сейчас посмотрим. Мне кажется, нет. Эй! Блин, да, в тупечку. Ты лошадь в Ведьмаке. Нет, почему в лошадь в Ведьмаке? Хорошая. Да нет, она, наверное, появлялась вообще ни в темных местах. Да? Ты вот когда, допустим, рядом с забором свистишь, она появляется за забором, который нельзя перепрыгнуть вообще. В общем, есть свои... Yeah. Хотя, может быть, в последнем апдейте они это исправили. Поэтому надо смотреть на дорогу. Гранаты, гранаты. Где гранаты? А, вот. Отлично. А что, он так не взрывается просто? Ну, давай не будем... Давай кого-нибудь не убьем последнего. Мы его допросим. So your suppressor is worn out. That gun will be as loud as any other now. If you have to shoot, be careful. Он не умер? Нет, не умер. Ну или ты можешь труп принести на базу, но я не думаю. Спуси. Не, живой, живой. Живой, живой. Что, ты можешь его... А, ты хотел допросить? Да. Нет. Yeah. Nice. Black tires. Странно, камера меняется, когда ты что-то можешь. Mm-hmm. Еще 200 метров. Давай мы уйдем с дороги. Да, лучше. Эта лошадь не ломает ноги? Мне кажется, она просто засоряет окружающую среду. Мне кажется, это такая испарение. Вообще, вообще лучше пешком, да, пешком. Что, там были вылки кто-то? Да-да-да. Упс. Там их двое, кажется. Да, было слышно. Сейлинг. Не-не-не! Да блин, допросить надо было. А сейчас? А сейчас нет, ты их не можешь допросить. Как нет? Нет, не можешь. Сейчас он встанет. Да тот не вставал. Ага. Так, Алладин. О, окей. Видишь? Показал, where they hit diamonds. Понял? Не понял. Он мне сказал, где они... спрятали эти... бриллианты? Ага. О, золото, бриллианты! А все, Бушин, чувак, ты не спросил там, где остальные? Yeah. Давай спросим этого. Всегда внизу. Где диаманты? Это... бриллианты. Здесь? Ну, если это единственная польза от их допроса, то не особо радует. Ну, походу там, куда нам нужно, или в другом месте. Ну да, это вот эта вся эрия, походу. Rough Diamond, да. Ну, потом, думаю, что они куда-то уедут. Так, идем. Все, время. Время. Окей, ну давай тогда. Всем спасибо, кто смотрели. Да, было спасибо, что дожили. Пока-пока. Пока.